Всем привет! Я сегодня покажу, как можно создать свой геймпас. Пишем Roblox. Ребята, там нужно нажать на Roblox, что не полностью показал. Заходим сюда. Нужно зарегистрироваться, написать свое имя, пароль. Вас переведется вот сюда вот. Теперь нажимаем вот тут на этих вот три полосочки. Теперь профиль по-английскому. Нажимаем. Теперь, ну, что-то по-английскому. Короче, не понимаю. Нажимаю на place. Загрузка. Теперь нажимаем вот сюда. Вот. Это мой геймпас. Нажимаем плюсик. Так, загрузочка. Все, загрузилось. Теперь нажимаем вот на три полосочки. Теперь вот сюда. Сейчас загрузится. Нажимаем на наш place. И нажимаем на вот сюда. Нажимаем на это вот сюда. Pass. Нажимаем вот сюда. У меня вот тоже созданное. Теперь нужно нажать вот сюда. А когда у вас не будет, если у вас нет пасов, то она у вас будет внизу. Нажимаем. Вот. Теперь нажимаем вот сюда. Тут можно выбрать любую фотку. Я, допустим, выберу, давайте, вот такую. Нажимаем «Готово». Теперь пишем вообще вот любое название. Это главное нужно стереть. Вот так написать. Вот здесь вот так написать. Теперь вот сюда. Ждем, пока что у нас прогрузится все это. Так, у нас похватилось. Вот он появился. Нажимаем на него еще раз. Теперь нажимаем вот сюда. И теперь на вот эту кнопочку. Сайз. Нажимаем вот сюда. Это означает, чтобы можно было продавать. И пишем любую цену. Я, к примеру, давайте 35 сделаем. Теперь нажимаем вот сюда. Ну все. У вас геймпас создан. Смотрите. Это... Сейчас. Пас. И вот он у вас появился. Кто хочет, чтобы показала подробнее, пишите в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока!